Привет, друзья! Многие почему-то считают, что быть голкипером – это круто. Может, это и так, но представьте себе ситуацию. Мяч постоянно находится в середине поля, а все самое интересное происходит где-то вдалеке. Неудивительно, что в подобной ситуации некоторые стражи ворот только ищут повод, чтобы покинуть свою штрафную и окунуться в самую гущу событий. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждут именно такие моменты. Поехали! Наблюдая за игрой Мануэля Нойера, невольно задаешься мыслью, а на какой позиции играет этот парень? Одет во вратарский свитер, хотя и отлично выполняет функции последнего защитника. Но давайте оставим подобные идеи для футбольных аналитиков, а сами вспомним матч четвертьфинала Кубка Германии между Гамбургом и Баварией, который состоялся в октябре 2014 года. В этой игре Нойер вновь показал всем, что умеет классно играть не только на линии ворот. Получив пас от своего защитника, Мануэль не сразу вернулся в свои владения, а продемонстрировал свой скилл в качестве полевого игрока. А вот легенда Манчестер Юнайтед Эдвин Ван дер Сар прославился благодаря своей феноменальной реакции и надежной игре в воротах, а не игре за пределами собственной штрафной. Но однажды у голландского стража ворот возникла необходимость покинуть свои владения. В матче против Астон Виллы в сезоне 2010-11 года Эдвин заметил неплохую возможность для атаки, поэтому поспешил побыстрее ввести мяч в игру. В итоге вышла классная передача на Уэйна Руни, который благодаря ей забил вот такой гол. Чего нельзя сказать о Ким Сын Гю, голкипере из Южной Кореи, выступающего за местный клуб Ульсан Хёндэ. Для того, чтобы помочь своей команде, вратарь решил побыстрее вбросить аут. И в этот момент произошло что-то необъяснимое. Вместо рядом стоящего партнера по команде, Ким Сын Гю попытался добросить мяч до игрока, который находился практически в центре поля. Естественно, круглого перехватил соперник, который отправил его в пустые ворота. Помог так помог, что тут говорить. Но еще больше прославился вратарь немецкого Дуйсбурга Марк Флекен. Во время матча с Ингольштадтом голкиперу надоело находиться на своем боевом посту настолько сильно, что он решил попить воды из бутылки, которую он взял с собой, и положил рядом в воротах. Причем отвлечься от питья Флекена даже не заставил мяч, который влетал в его ворота. Кроме этого, Марк оказался позитивным парнем, который умеет шутить над собой. Страж ворот признал свой фейл и выставил на благотворительный аукцион бутылку, которая и стала причиной пропущенного гола. Бразильский вратарь Рожерио Сенни известен многими вещами. Помимо того, что он чемпион мира в составе своей национальной команды и обладатель еще множества других титулов, сегодняшний тренер Форталезы еще и является главным бомбардиром среди вратарей. На счету Сенни 132 гола, которые он забил ударами со штрафных и пенальти. Но, как оказалось, помочь своим защитникам и исполнить вот такой трюк с нападающим соперника для легендарного футболиста тоже не было проблемой. А вот так, словно он вовсе не вратарь, а настоящий форвард, обыгрывает своих соперников при необходимости первый номер Манчестер Сити Клаудио Браво. Хотя, возможно, у горожан просто очень ценятся универсальные игроки. То защитник Кайл Уокер станет в рамку, а теперь и чилийский страж ворот показывает вот такое. Но глядя на игру основного вратаря Сити Эдерсона, сразу становится понятно, почему у тренера команды Хосепа Гвардиолы так много седых волос. Хотя чего еще хотеть от бразильца? Танцы, карнавал и яркие шоу у них просто в крови. И в подтверждение моих слов, вот такой трюк от вратаря Ливерпуля Алисона Беккера. Для этого парня эффектно обыграть соперника вовсе не в новинку, и это ничуть ему не мешает быть лучшим голкипером английской премьер-лиги. Или вы не согласны со мной, друзья? А на сегодня это все. Кто из голкиперов еще любит выходить из ворот и играть за пределами штрафной? Пишите свои ответы в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. До скорого!